Территория с энергообъектами – не место для игр, пикника, фотосессии и рыбалки. Стоп! Нельзя запускать воздушного змея вблизи линии электропередач. Электричество, проходящее по высоковольтным проводам, может мгновенно пройти от воздушного змея по стропам к вам и стать причиной несчастного случая. Стоп! Не стоит затевать рыбалку в охранной зоне линии электропередач. Современные удочки из углепластика – прекрасные проводники электрического тока. Зацепив за провода, рыбак рискует жизнью. Влезать на опоры воздушных линий электропередач смертельно опасно. Желание сделать селфи с высоты ЛЭП может привести к трагическому случаю. Электрический ток поражает внезапно. Расскажите детям, насколько опасно нахождение вблизи ЛЭП.